Ну что? Смотри, голливудские звезды были, были. Сычи были, сейчас Алсу, все правильно. Друзья. По алфавиту. Сразу же после нашей программы смотрите третью часть документального фильма о замечательном художнике Илье Кабакове, который называется «В будущее возьмут не всех». Это будет после нашей передачи. А напоминаем, что 6 марта, на неделю раньше, чем во всем мире, выходит в прокат голливудский диснеевский фильм «Сказка Золушка», главную песню, которому записала наша любимая певица Алсу. Песня называется «Твой сон». Продолжается тема сна в творчестве Алсу. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Желаем вам хороших выходных. Поздравляем с наступающей весной и Алсу! Волшебный.